Пицца, десерты, вытанчаные закуски. У разных кутках света прошел тыдень итальянской кухни. У Беларуси он ладился при поддержке итальянского посольства. У Минску итальянских маэстро кулинары примают уже третий год. У Гомеля упершиню. Наш регион стал одним, кроме столицы, куда завитали пиццайолы из Италии. У ресторане яны провели уникальный мастер-класс по приготовлению пиццы и десертов. На им побывала Марина Джалая. Дзверы ресторана были адчынены для ўсіх. Мерапрыемства анансировали у социальных сетках, таму интерес да яго был вялікі. И не дзіўна, майстер-клас ад итальянскага піцаёлы падзея незвычайная. Прычым гамельчане приходили не только паспрабаваць піцу, але і зняць процесс прыгатавання на камеры мобильных телефонов. Бо піца давно стала блюдом интернациональным. Што да яе густу, то по меркаванні присутных, сапраўдная итальянская мая непараўнаны смак. Вам піца? Вкусно. Отличается? Той, который делают у нас в Гомеле. Да, очень. Да, очень вкусная. Вкуснее, чем обычная. Как вам пицца? Белиссимо. Очень вкусно. Спасибо. Маэстро-класс. Да? Вкуснее пробовали? Честно сказать, до сих пор еще нет. Это грасис. Вы тоже дожевываете? Да. Вкусно было? Превосходно. На тесто потрясающе мягкое. Такое еще не пробовал в Гомеле. Именно сочетание вкусов, аромат, букет просто превосходен. Сочетание рукколы и оливкового масла просто бесподобно. Очень вкусно. Очень вкусно. Нам понравилось. Вы пиццу готовите? Конечно. А вот что здесь такое было необычное, что можно использовать дома? Итальянские специи и тесто. Мы совсем другое тесто делаем. Очень вкусно. Так что можно приходить и кушать. У столицы кулинаров и предпринимальников под керавництвом бизнесмена Симона Трасарти заўсёды чакают с нетерпливостью. Такими же традиционными могут стать и встречи у Гомеле. А начиналось все с великого экзамена, когда идея проводить тыдень итальянской кухни была представлена послам разных краин свету. Первый раз мы прошли такой экзамен, когда нашу идею, наш проект, эту итальянскую кухню попробовали, посмотрели, как проект 15 послов. И дальше эта идея распространилась уже на более высокий уровень, как неделя итальянской кухни, как мировой проект. Але гастрономичный тур для удельников не одиная мета. Галоўнае – нагадать об давнем сябровстве наших краин. И первое, об чем говорят итальянцы – чернобыльская трагедия. После ее на оздоровление у итальянские семьи ездили тысячи наших детей. Что такое катастрофа, на себе отчули и жыхары Италии. Два года тому у невеликим городку Аматриче отбылось землетрясение. Ликвидовать наступствы допомагали люди из усих кутков свету. Тому сябровство, подтрымка, узаимовыручка – это самое важное. Дякуючи тому, что сустрэча у Гомеля прошла вельми эффективно, насыщенно и по-сябровски тепло, итальянские бизнесмены, которые были в составе делегации, выказали ожидание вернуться сюда еще. С новыми идеями, пропановами и совместными планами. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадио, компания «Гомель».